Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games. С вами Бабкин, мы проходим Dark Souls. Это, скорее всего, будет одна из последних серий, то есть предпоследняя или, собственно, финальная. Так, и что это за ребята? Призраки, да? Да. Также это, скорее всего, насколько я знаю, это последняя локация Dark Souls. И тут находится последний босс. Локация называется Горнило Первого Племени. Тут, кстати, еще любят ПВПшиться. Окей, идемте. Наверное, стоило бы осмотреться. Выбор невелик, просто по прямой идти. Окей, я. Неплохо так пробивает. Просто у этой алебарды. А, баланс плохой. Или как он там называется? Баланс, да, вроде? А, стабильность, вот. Всего лишь параметр 26. То есть, если там взять какой-то двухручный меч, то там будет 44. Засранец. Воу-воу-воу. Я помню. Есть такой рыцарь в начальной локации. Я помню, зашел к нему, но я с ним не дрался, он там багом как-то умер. Мне просто повезло. Можете посмотреть, то есть он меня бьет где-то на 1/5, да, часть хп или 1/4. Тогда бы он просто меня, наверное, с ТК сносил, даже бы щит пробивал. И хорошо, что он умер багом. И я тогда заполучил сразу этот меч. Большой меч темного рыцаря. Так, тут, наверное, нужно поосторожнее быть. Ну-ка. Оп. Еще выпал меч черного рыцаря. Я думал, они всего лишь один раз выпадают. Оу, даже сет. Что он из себя представляет? Скорее всего, это такой полутяжелый, скорее всего, сет.
Кстати, я спас Солера, помните, да? И, скорее всего, я его просто призову на битву с последним боссом. Неужели? Так, ну вот, собственно, и Солер. Интересно, это уже босс? То есть локация, да, невелика. Босс там, наверное, просто в шоке. Я 111 уровень. Плюс еще Солера призвал. Это просто будет что-то. Хотя, я думаю, не стоит недооценивать. Так, Солера мне не бей, хорошо. Просто я не знаю, он вроде ж не хилится, да? Еще одна алебарда. Кстати, вот первый рыцарь с алебардой, он, по-моему, не помню, как локация называется, озеро, по-моему, черных корней или как-то так. В общем, там, где сад черных корней, только там ниже. Вот, и я в надежде, что выпадет алебарда, и она не выпала, я только ее получил аж очень-очень недавно. Привет. Это он Солера убил? А нет. Тихо, тихо, тихо. А, вообще в Рубилову пошли. Ну что тут сказать? Это, наверное, как бы печально. Гвин подумал, что жизнь боль и умер. На самом деле, ну, очень быстро я его зафармил. Я даже не знал, что он из себя представляет. Это, наверное, самое быстрое убийство босса за всю игру. С помощью, по-моему, его души можно выковать, скрафтить меч. Так, тут у нас бонфайр. И, собственно, наверное, финал. Я думал, что, ну, еще хотя бы час игры где-то будет. А, кстати, по-моему, в игре есть две концовки, и у меня концовка там, где я горю. Должно открыться, во-первых, достижение, я пока его не вижу. Достижения открыты. Привнести огонь. А, можно как-то это пропустить? Так, это, по идее, начинается новая игра плюс, да? Окей, 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 а ну-ка давайте посмотрим. На самом деле, чтобы была, по-моему, другая концовка, нужна... Нужно быть хорошим мальчиком и, по-моему, не убивать практически никакого NPC.
Так, ну и по идее сейчас мобы достаточно сильнее должны быть. На самом деле, я думал, новая игра плюс полностью все шмотки сотрет. Ну, там, может быть, только колечки оставят. Ну, и оставит параметры, то есть уровень. То есть какой резон проходить еще раз игру, если у тебя, собственно, практически все есть. Я даже сейчас не могу превратиться в человечка. Можно попробовать зафармить этого босса. Давайте зафармим, с него, по-моему, пушка достаточно неплохая падает. Интересно, я удар буду держать? О-хо-хо-хо, лол. Демонический молот, по-моему, у меня этой пушки еще не было. Ага, и человечность. 46 требуется силы. Бонус к параметрам B. По-моему, если мы ее улучшаем там на плюс энное количество, тогда там, по-моему, параметр дается A. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я просто перепутал с другой какой-то пушкой. Кстати, я могу ее взять, но только в две руки. По-моему, если в две руки, тогда все нормально. Конечно, если такой бандурой дать, то там просто стабильность выбивается на ура. Ну, то есть баланс. Конечно, свои прелести есть, когда вы проходите новую игру плюс, то есть вы там получаете те штучки, которые не получили ранее. Ну, допустим, вот эту пушку. Хотя ее можно, в принципе, и получить. А при первом прохождении, во-первых, убить этого босса, грубо говоря, голыми руками, или же, допустим, выбрать, когда создаете персонажа, выбрать, там, по-моему, черные бомбы можно с самого начала получить и просто забросать этого босса. Достаточно, там, по-моему, 5 бомб хватает, чтобы его убить. Или же, по-моему, обменять у Снагли, то есть это ворон такой. Ну, или птенец, кто он там. Ворона Снагли, по-моему. Находится, кстати, вот тут за дверью, с правой стороны. Так вот, там, по-моему, на мусор меняет, или я не помню, в общем, на что. Ну, вы какой-то ей даете предмет, который вообще вам, в принципе, не нужен, и она вам дает эту пушку. Так, ребят, ну на этом, наверное, мы заканчиваем наше прохождение Dark Souls. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Покупайте игры через ссылочку в описании. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Смотрите другие прохождения. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.